Сейчас то время, когда еще нужен уход за растениями, то есть у нас растения готовятся к зиме, закладывают плодовые почки, закладывают новые побеги, и поэтому еще осталось недельку или две, когда мы можем сформировать свои растения, мы можем обрезать до начала следующего сокодвижения. Я люблю обрезать в июне месяце, делать кардинальную обрезку, санитарную стрижку, формировать наши растения. И сейчас мы, когда мы обрезаем, еще есть возможность заложить вот обычные почки, и растение подготовится к зиме и не замерзнет. И хвойные, и декоративные, и лиственные, то есть и кустарники, и цветы, то есть можно создавать любые формы, и можно формировать растения. Декоративные яблони могут вырасти 4-5 метров, но иногда хочется создать их такими аккуратненькими, красивыми, такой кругленький шарик на штамбе. Делается это несколькими инструментами. Можно использовать секатор. Для более толстых веток используем вот такой сучкорез, вот такой кусторез. Это делается очень просто. Если это декоративная обрезка, можно срезать просто вот шариком. Но чем это чревато? Дело в том, что у дерева должен быть воздух, и на каждый листик должно попадать солнышко. И если солнышко не попадает, то внутри начинают либо желтеть листья, либо покрываться пятнышками, то есть болячки, вредители. Поэтому мы срезаем по кругу и потом внутри просто вычищаем то, что перекрещивается, то, что растет внутрь. Делаем крону внутри более свободной, чтобы там проходил и воздух, и солнышко. Очень легко можно сформировать любое хвойное растение. Оно может вырасти там 10-15 метров, но нам столько не нужно, поэтому мы его можем вести 1,5-2 метра. И чем чаще мы стрижем верхушки, сейчас это можно сделать. Когда мы подстригаем верхушки, у нас вот здесь закладываются почки. И тогда деревце становится пушистым, такое набивное, красивое. Не стоит бояться, то есть можно выровнять из хвойного, можно создать любую форму. Квадратик, кружок, овал, треугольник, все, что хотите. То есть можно идеальную трапецию. Самое главное, чтобы солнышко проникало сверху вниз. Потому что если вы будете создавать, допустим, какой-то прямоугольник, то верх должен быть уже, низ должен быть шире, чтобы солнышко проходило сквозь вот такую пушистую хвою. Можно делать это сразу после выдвижения новых приростов и сейчас, потому что они успеют еще заложить здесь почечки, и тогда вы не потеряете год. Вот эта ель может вырасти до 25 метров, но растет она здесь с 15 года, вот уже 9 лет, и она сейчас где-то около метра и сантиметров 60-70 в высоту. То есть можно удалять отдельные веточки вот так. Можно секатором, у кого совсем немножко. А можно кусторезом. И сейчас самое время обратить внимание на те растения, которые цветут, и им нужно помочь. Чем помочь? Это нужно просто покормить. Чем мы кормим розы? Роза вообще дочь навоза, это конский гранулированный навоз. Дальше я использую биогумус обязательно. Royal Sat использую для того, чтобы растения хорошо росли. Профилактируем против грибковых проблем, мы обрабатываем биопрепаратами. В наш сад без химии мы выращиваем, поэтому я использую биопрепараты, подавляющие бактериальные проблемы. В этом году все садоводы жалуются, что тля бесконечна, поэтому использую фитоверм, он подавляет развитие тли. Посмотрите, розы чистенькие. Обязательно подкармливаем землянику теми же средствами, что и розу, для того, чтобы она заложила цветочные почки. Убираем все усы, либо немного оставляем усов для размножения. Ну, вообще сейчас все, что цветет, все, что плодоносит, плодовые деревья, декоративные кустарники, ягодные кустарники, все нужно покормить, убрать старые побеги. Что еще очень важно, у нас сейчас проходит, растут новые побеги, и допустим, у смородины, и нужно убрать старые, потому что они уже мешают. Мы оставляем новые, потому что если куст будет загущен, там же опять же будут болячки, опять же будет мало воздуха, и будут меньше закладываться плодовые почки. У нас в Сибири лето очень короткое, сад должен быть малоуходным, приносить радость. Не забывайте наслаждаться той красотой, впитывать краски лета и получать удовольствие.